Дорогой Виктор, так получилось, что мы никогда друг к другу по имени-отчеству не обращались. Это наше счастье, потому что мы не только соратники по спорту, мы очень близкие друзья. Нас уже объединяют десятилетия совместной дружбы. Я горжусь тем, что в моей жизни есть такой человек, как ты, настоящий образец мужчины, настоящий образец спортсмена, который всего себя и все, что у него есть, отдает спорту, отдает дружбе. Я хочу сказать, что вот эти долгие годы только цементировали нашу дружбу. И каждый раз, когда мы встречаемся, я понимаю, как много ты значишь для каждого из нас, твоих друзей, как много ты значишь для всего карате в нашей стране. Не только в сегодняшней России, но и всего постсоветского пространства. Потому что ты чемпион Советского Союза, мастер спорта, человек, который очень много сделал для развития карате в России. Ты очень много сделал для Федерации карате в России. Ну и, конечно, жемчужина того, что у тебя сегодня есть, это клуб Раменки. Клуб Раменки не мог бы существовать без тебя, потому что это, ну, ты просто сердце, душа и, я не знаю, просто двигатель этого клуба. Ты очень много сделал для этого клуба, ты построил спортивный зал, ты очень много сделал для того, чтобы клуб Раменки в городе нормально себя позиционировал. Очень много было всяких там внешних воздействий, желания каким-то образом поглотить клуб, помешать работе клуба. А как настоящий боец ты все выдержал и победил. Я хочу тебя от всей души поздравить с тебя с днем рождения. Хочу сказать, у тебя сегодня есть все основания гордиться пройденным путем. И главное понимать, что впереди у тебя осталось еще очень много. У тебя впереди больше даже, чем осталось позади. Потому что есть ты, есть твоя семья, есть твои уникальные внуки, которых ты безмерно любишь. Счастья тебе огромного, дорогой друг. Всего тебе самого наилучшего. Мы тебя очень любим, уважаем и ценим.